Всем добрый день, девчонки. Так, сняла урожай. Смотрите, какой у меня урожай. Вот. Шучу. Ходила в магазин, представляете, нигде огурцов нету. Два огурчика. Помидоры Абакан купила. Вот. А здесь, конечно же, я привезла все это. Сейчас я помою, сделаю салат. У меня жарится рыбка. Камбала. Рыбка-камбала жарится. Пюрешечка есть там. Нам хватит. Вот. И сделаю салатик. Вот лучок выдернула. Тут сейчас нащипала батон. Салатик, листочки. Вон, видите, привезла. Смотрите, какая красота. Так, петрушечка. Укроп я тогда в магазине покупала, мой еще маленький. Вот салатик. Сейчас все это я вымою. Уже лучок свой. Это я внучке щавели нарвала. Сейчас с Катериной отправлю, она просила. Это батон весь сорвала. Ну, салатик маленький еще, но все равно уже свое, девочки. Сейчас все сполосну. А это даже не буду. Так съедим. Вот. В общем, порежем салатик. Камбала с пюре. Что еще надо? Все. Ой, жарище, конечно. Так. Все сполоснула. Сейчас порежу, значит, лучок, петрушечку, салатик, укропчик. Девочки меня спрашивали, боюсь ли я ночевать на даче. Нет, не боюсь. Там же кругом соседи. Я ведь не одна. А так, как говорится, что будет, то будет. Кому я нужна, старая? Так что, что бояться-то? С непривычки первое время. Вот я с Катериной ночевала. Вот. Саша ездит домой. Я говорила, что Найда у нас не садится никуда ни в машину, ни в автобус, потому что сразу мы ее не приучили, маленькую. Вот. Сразу не приучили, она не садится. Пробовали несколько раз и в автобус. Ни в какую, девочки. Миша сказал, скажите, я вам ее приведу. Так, петрушку я буду, это немножко по-другому. Дедушка у меня, Саша, не будет есть. Это я потом ему отложу и порежу себе. Так что вот. Завтра, конечно же, опять на дачу. Дождь еще все показывают, но дождя так и нет. Вроде подгремит, капля какая-то выпала. И все на этом. Очень жарко. Полив нужен сейчас. Вот. Будем поливать, загорать, купаться из бочки. Ой, очень хорошо. Скоро свои огурцы будем есть. Вот, представляете, даже нечего было выбрать. Я сегодня была в Чижике, в старом гастрономе. И вот только в магните лежало 4 огурчика. Те 2 такие вообще плохие. Там даже один вообще гнилой.
Ну, в общем, два вот выбрала. Так, и помидоры. Что я говорила? Абакан. Уже не помню, говорила, нет. Вот. Что-то с памятью моей. Может со сметаной, может с майонезом. Посмотрим. Может с маслом. Что-нибудь, да. То, что захочет. Ладно, девчонки, буду резать. Сижу и думаю, ну что, сразу поделю. Это Саша. Чашка большая. А это нам с Катериной. Вот. Поделила. Он не будет петрушку, девочки, салат. Укропа кинула ему. Я же знаю его. Смотрите, хорошенькие помидоры Абакан. Ой, даже пахнет помидорками. Так что вот. И смеюсь, и говорю, чашка большущая. Ну, ладно. Так, Саша там. Переложила сюда. Поперчим. Так. Посолим. Может, лука-репку? Не хочешь. Так, если что, добавим. Так. И майонез у нас будет. Сейчас. Ой. Вот я когда покупала майонез? Миша, вчера с Кариной сделали салат с фасолью. И пачки майонеза нету. Я была на даче, они сами делали. Вот. Девочки. Вот и лето пришло. Какая красота. Хотя я салаты такие из помидор. Как сказать, ем, но делаю редко, когда уж сильно захочется. А так я люблю помидорки с хлебом, с солью. А здесь вот именно, вот, видимо, еще салатов, что больно не ели. Таких. Вот так вот. Так, ну и сейчас буду разогревать пюре. Ну и все. Наш ужин готов. Пюре с камбалой, салатик и компот. Всем приятного аппетита. Пюрешечка там масло. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой, яркого солнышка, теплых солнечных денечков. Дождичка кому надо? Нам надо дождичка. Посылайте нам, девочки, дождичка. Всем пока-пока, мои хорошие.